Здравствуйте, товарищи люди, леди и джентльмены. Вы слушаете канал DJD21. Цель действия работы – запрещение мата. Отныне запрещается бить пальцем по молотку. А, бить молотком по пальцу. Повезло тем людям, которым сейчас за 45. Столько фигни натворили, а доказательств нету, потому что в то время интернета не было. А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что туалетная бумага с запахом персика пахнет сильнее и вкуснее даже, чем настоящий персик из магазина? Магазин одежды в Одессе. Заходит мамаша с маленьким сыном. Хочу купить у вас костюм для этого мальчика. Какие у вас ткани? Продавец говорит: о, мадам, у нас такое хорошее английское сукно. Мамаша спрашивает: а оно не садится? Продавец говорит: о, мадам, вы не знаете, что такое настоящее английское сукно. Ваш мальчик будет носить это до старости. Мамаша говорит: ну хорошо, покупаю. Мамаша покупает, одевает мальчика, выходит на улицу. Через 5 минут начинается дождь. Через 5 минут одежда моментально садится. Рукава становятся до локтей, брюки до колен. Разъяренная мамаша заходит в магазин, таща за собой сына. Навстречу им идет продавец: о, мальчик, как же ты вырос! Олимптико! Объявление при входе в самолет. А, супермаркет. Грабеж средь бела дня. Пенсионерам скидка. А ежи! Чтобы сэкономить на бензине, дед Петруха отвозил тещу на дачу в субботу, а привозил в ноябре. Как же много пьют москвичи. По радио сказали, что в Москве от них только пробок, только что они мешают передвижению автотранспорта. Сегодня в городе захотел разделить бутерброд с каким-то низшим бродягой. А он мне сказал: отвали, иди сам себе купи. Олимптико! С ужасом обнаружил, что моя семья расисты. Познакомился с девушкой из Африки, а потом мы пошли ко мне. Так вот, моя жена и дети не захотели с ней разговаривать. А теща даже замахнулась шваброй. Мальчик Кенни кончил школу в 13, университет в 16, аспирантуру в 17, а потом 15 лет, а потом 10 лет скрывался от военкомата. Подписывайтесь на ютубе.